сегодня четвертая апатия с интересным дресс-кодом. Сегодняшняя тематика — красный цвет. Чтобы не было абсолютно никому холодно, будем знакомиться со всеми теми людьми, кто будет отдыхать в лимузинах с Окси. Вас сложно не заметить, ребята. Вы такие яркие. Я видела вас в городе на лимузинах. А что такое Укслимопати? Это... За ночь объехать все клубы в хорошей компании. Доброй, душевной, теплой, дружеской. Я сегодня красная шапочка. Ночь уже близко, ты почувствуй меня. Это ночь теледиско, я люблю тебя. Полно позитива, полно энергии. Секс, дракс and house music. Сами Шардина, все в порядке, хорошо. Бомба, мы дальше едем. Шикарное настроение, шикарные люди, клево. Драйв, пэшн, настроение. А материться можно? Друзья мои, позвольте себе одеть шикарное платье и пройтись по Крещатику хотя бы. В первую очередь искренность, второе — веселье, а третье... Без вас здесь было и так весело, но с вами стало еще веселее. Что, в принципе, собой предназначено? Что собой предназначено? Это драйвово, это стильно, это изысканно. Love, peace, happiness. Сейчас вот по ночному Киеву мотаемся и посещаем ночные клубы. Весело, свежо, позитивно. Три слова: мама, буду поздно. Всегда, ну, приятно видеть столько прекрасных, хорошо одетых, веселых, позитивных людей. Ребята, все окей, все супер. Прекрасно, вдохновляюще и стратегично. Какое-то слово стратегично. Что это за слово вообще? Таким сегодня запомнилась Укслимопати для всех ее участников. Вы увидели, что такое красная шапочка в 2010 году. Все только впереди. Следите за нашими репортажами.